В Санкт-Петербурге в Кафедральном соборе Святого Петра состоялось съездное служение и причастие для всех верующих в Иисуса Христа. Инициатором масштабного мероприятия стала миссия «Все народы». Христиане, собравшиеся в этот день в храме, прославляли Господа. С приветственным словом от Ассоциации христианских церквей выступил старший блюститель по северо-западу Владимир Николаевич Уткин. У меня есть благая весть для вас. Знаете, Иисус жив. Аминь. Да? И в Римлянам 8 глава написано в 11 стихе. Тот же самый Дух, который воскресил Христа из мертвых, воскресит и вас, и ваши бренные тела. И если этот Дух живет в вас, когда вы принимаете Иисуса Христа, своего Господа и Спасителя, этот Дух поселяется в вас. В служении приняли участие 10 пасторов из разных церквей. Старший пастор служения «Миссия «Все народы» Владимир Алексеевич Осипов отметил, что единство всех верующих в Иисуса Христа особенно важно в наше время. Сегодня удивительный вечер. В удивительной церкви, церкви святого Петра и Павла, было собрано более 10 пасторов, и пасторы вместе молились, вместе поклонялись и вместе служили Богу. Мы молились о единстве, и это служение было посвящено единству всех христиан в этом городе. Но ничто не объявляет людей более, чем молитва и Евхаристия. Поэтому сегодня была совершена Евхаристия всех святых, которые были собраны здесь, в чистый четверг. Ибо это страстная неделя, в которую мы готовим свои сердца к великой радости, к торжеству Христова воскресения. Поэтому ради этого дня, ради вот этого праздника мы собраны, чтобы подготовить Церковь Христову в Санкт-Петербурге к тому, чтобы радоваться вместе, осознавая, что мы одна семья, мы одна Церковь, мы дети одного Бога. Слава Богу за Иисуса Христа, который пришел и спас нас, который воскрес и который грядет. Аминь.